Маленький дисклеймер по поводу чужой Лады. Я почитал все ваши комментарии, и большинство из всех писали замечательные две вещи. Переименовать коктейль «Мое превращение в слизь» либо «Ремуру Темпес». Кто больше оставит комментарии, то и будет переименовано. Сегодня мы готовим замечательный коктейль. Опять как... без меня, да? О. Тема сисек не раскрыта. Второго пришествия не будет. Блять, сидитесь, товарищи. Шотик придумал я 10 лет назад в фолк-баре Алибарда. Кто знает, вспомнит. Кофейный ликер. Конечно, нахуй надо. Парная ложечка. Наливаем поверх самбуку. Для забористости абсент. Давай. О, зелененько. Последнее, нам нужно эту штуку поджечь. Есть чем. Лейка! Заебись. Держи, не бесись. Оно горит. И выпиваем все одним залпом. Ку, блядь. Штука мощная, забористая, а-ля мини-чужая вода. Фу, блядь, совсем мини. В общем, Питер, Ломоносова 16, в арку и налево. Вывеска временная.